Иван, буквально вчера была игра, и мы общались после нее. Ты тогда еще не знал, ты тогда еще отцом не был, да? Нет, на тот момент еще не был, то есть супруга родила только в 11 часов вечера, уже спустя, там, после игры. Но она в больницу приехала перед игрой, ну, там долго получилось, что она задержалась в больничке. А как чувствует себя, получается, молодой папа? Да ничего, наверное, так же, да, как и до этого, поэтому еще пока нету, наверное, ощущения, наверное, когда уже сумею приехать домой и взять ее на руки, конечно, будут, наверное, другие ощущения, но пока... Как бы не было тяжело, то есть на расстоянии находиться, но что поделать, такова уж профессия. Я читал в Инстаграме у тебя и у супруги, да, наверное, ты очень переживал, потому что все происходило в Португалии, в новой для нее стране особенно. Как я понял, помогли Робиньо и его супруга. Насколько ты нервничал, вот находясь здесь, а надо было играть, тренироваться? Ну, нервничать я, наверное, не особо сильно нервничал, потому что я прекрасно понимал, что рядом у нее есть близкие нам люди. То есть жена Робиньо очень сильно помогла в этом, за что огромная благодарность им, всей семье Робиньо. Поэтому не было никаких проблем. То есть я знал, мы, в принципе, перед отъездом уже все распланировали, мы прекрасно понимали, как действовать в той или иной ситуации. И, в принципе, все прошло по плану, так что все замечательно. И созванивался наверняка с женой. Какие вот первые впечатления? Как часто созваниваетесь, как удается разговаривать? Ну, сейчас пока еще не часто созваниваюсь, потому что она, то есть, очень много провела времени в больнице, достаточно тяжелые роды были, то есть очень долго по времени. Вот. Ну, она отдыхала всю ночь, потом и сегодня опять весь день отдыхала, поэтому я ее особо не тревожил. Вот. Она сказала, что все хорошо, скинула фотографии, то есть все замечательно. Как назвали? Алекса. Назвали Алекса. Кто выбирал имя, как это происходило? Ну, это были достаточно долгие споры, да, то есть, и, наверное, как у каждой семьи. То есть мы долго разговаривали, ругались, вот, но в итоге сошлись на этом имени. Поэтому это общая была как-то идея. Спасибо. Спасибо большое.